Сегодня 6 сентября, у меня еще нет никаких симптомов. Вот. Ну что мы делаем? В общем, если посмотрим в предыдущем видео, я там рассказываю, как мы заболели и как мы узнали, что у нас коронавирус. Вот, детям мы даем мультивитамины. Витамин С или витамин С, как это правильно называется? Короче, витамин С. Нам советуют брать цинк, мы его заказали, до сих пор не получили, ждем. Вот. Обязательно чаи пьем, ромашка и это хибискус, чай. И я добавляю еще